Всем привет, мои дорогие! С вами Маша, и вы смотрите канал «Похудение мамы и дочки». Сегодняшнее видео будет из рубрики «Ешьте и худейте вместе с нами». Я сейчас готовлю салат к обеду и покажу вам, как я его делаю. Салат великолепно, просто идеально подходит для худеющих, также, конечно же, для людей, которые просто поддерживают свой вес. Ну и люди, которые вовсе не интересуются похудением, тоже его едят с удовольствием. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится салат. В магазине он называется «Китайский», хотя, может быть, у него есть еще какое-то другое название. Так вот он выглядит. Затем мед. Сюда подойдет жидкий мед к этому салатику. Я взяла столько меда. Я всегда все беру на глаз. Зависит от объема салата. Больше, значит, берете больше, меньше, меньше по вкусу. Затем бальзамик, бальзамический уксус и лимон. Я буду использовать половину лимона. Все, мои дорогие, это все. И я начинаю. Итак, поехали. Разрезаем салат. Кстати говоря, это английский рецепт. Меня научила готовить этот салат моя сестра, ее, соответственно, ее английские родственники. Они его готовят постоянно. Но они также еще добавляют сладкую горчицу. Я не стала ее добавлять, потому что я очень редко ем сладкую горчицу. Может быть, знаете, только на Новый год. Только на Новый год иногда, очень редко, если у нас есть холодец. А так я ее не ем, потому что я такие приправы покупные не ем. Поэтому я ее не добавляю, вы можете добавить. То есть вот в идеале сюда еще добавляется горчица. Ну и нарезаете мелко таким вот образом этот салатик. Но, по-моему, у него есть еще другое название. Моя сестра говорит, что это кос. Почему-то она как-то говорит, это называется кос, но у нас называется китайский салат. Он мне очень понравился, когда я его попробовала. И я его очень часто готовлю, потому что, вот смотрите, готовить его, можно сказать, буквально несколько минут, очень быстро. Он очень вкусный, хотя, казалось бы, тут практически один ингредиент и приправы, но он реально очень вкусный, он прекрасно очищает организм, ну, просто вот великолепная вещь, очень удачная находка, могу так сказать. Ну, а я, как вы знаете, многие рецепты адаптирую к похудению, к ПП. Вот как, например, этот салат. То есть я убрала отсюда горчицу. Так. И вот этот кусочек я еще буду использовать. А этот кочан, он грубый, я его использовать не буду. Я не люблю. Я люблю, когда здесь мягкие листочки. Так, это я обрезаю, потому что я не люблю эту грубую часть. Опять же таки, вы можете делать на свое усмотрение, по своему вкусу, как вам нравится. Так, нарезаем мягкие листочки. Так, здесь то же самое. Обрезаем. Обрезаем, нарезаем. Кстати говоря, напишите, пожалуйста, вот кто меня смотрит из Англии. Я знаю, что у меня есть девочки из Англии. Едите ли вы такой салат? Популярен ли он у вас? Но они вот его едят просто постоянно. Поначалу мне казалось, что тут нет ничего вкусного. Но когда я попробовала, потому что на первый взгляд все как-то, знаете, очень просто. Но когда я его попробовала, он мне настолько понравился, что я теперь часто его готовлю. Так, это тоже нарезаем. И вы знаете, да, вот еще что. Очень важно то, что его можно есть прямо вот, что называется, в неограниченных количествах. Вы знаете, вот, потому что он очень полезный, и это салат. И вообще салаты, любые, да, там любой сорт салата зеленого. Также зеленые овощи, да и не только зеленые, ну, может быть, за исключением, знаете, там свеклы, потому что она, ну, вроде как сладкая, да.
Вот все это можно есть сколько угодно и когда угодно, даже на ночь. Вот вы можете прямо взять и жевать листья зеленого салата. Прямо вот на ночь. Потому что кроме пользы не будет ничего. Правда, я так не делаю. Раньше я так делала, сейчас я так не делаю. Я вечерами просто не ем, я уже привыкла, приучила свой организм к этому. Но вы, если вот вы только начинаете, то прямо вот я вам подсказываю такой небольшой лайфхак. Так, что мы делаем теперь? Теперь я выжимаю лимон, опять же таки руками, в мед. В мед выжимаю, опять же таки руками, люблю и вот ничего не могу с собой поделать. Может быть привычка дурацкая, может быть, ну я не знаю, мне прямо вот нравится, я люблю выжимать лимон руками. Этот лимончик такой сочный, мягкий. И выжимать его одно удовольствие. Я очень люблю лимон. Попробую немного. Ой, как вкусно. Просто прелесть. А ведь раньше я не могла, вы знаете, есть лимон. Ой, прямо прелесть. Могу просто, вот знаете, есть лимон. Иногда так тянет. Раньше я его есть не могла, у меня была изжога от одного вида лимона, даже от помидоров. Как только перешла на правильное питание, все прошло. Просто вот как рукой сняло, как будто это было не со мной. Теперь перемешиваем. Перемешиваем. Хорошо нужно перемешать. Поэтому и нужно брать жидкий мед, чтобы его растворить, перемешать. Самое главное, все хорошо перемешать. Ой, обожаю лимон. Знаете, перемешиваю и по ходу дела ем лимон. Я еще и голодная на самом деле. Сегодня я снимаю. Сегодня у меня выходной. Я снимаю все, что я ем. Вот, и заодно решила вам показать рецепты, потому что, ну, эти блюда заслуживают внимания, то есть весь свой рацион. Я сейчас очень голодная на самом деле. Ну как вкусно, обожаю запах лимона, вкус лимона. Так, все, видите, хорошенечко он размешался. И теперь добавляем бальзамик. И люблю, вы знаете, когда мои руки в лимоне, тоже такой аромат приятный, просто прелесть. Так, все, перемешали. И вуаля, все. Теперь заправляем салатик. И самое главное, хорошенечко размешать его. И дать настояться минут, ну, 15-20, наверное, знаете, вот прямо будет идеальный вкус, просто идеальнейший вкус. И вот, что касается ингредиентов, и, да, что касается ингредиентов, как я уже говорила, и всегда я об этом говорю, вы можете брать больше, меньше, больше меда, меньше меда. То же самое с бальзамиком и с лимонным соком. То есть все на ваше усмотрение. Я делаю, как нравится мне, все на глаз. И вы тоже делайте так, как нравится вам. Все, мои дорогие, салатик готов. 20-30 минут, и это будет просто прелесть. Пальчики оближешь. Я уже прямо в предвкушении. Приятного мне аппетита, приятного вам аппетита, всем, кто будет готовить этот салат. На этом все, мои дорогие. Благодарю вас за внимание, всем отличного настроения, удачного дня, приятного похудения. До скорой встречи. Всех целую, пока-пока.